активисты нужны? Да, пройдемте, я запишу. Я запишусь у нее. Если вы не против. Хорошо. Почему именно у меня? Просто я в жизни не встречал такой красивой женщины. Спасибо. А что вы думаете о Палантайне? Это человек, за которого вы сейчас хотите проголосовать. Я не разбираюсь в его программе, но он будет отличным президентом. Агитировать будете? Да, буду. И что вы думаете о его позициях по социальным пособиям? Я не очень хорошо знаю его позиции, но уверен, что она хорошая. Вы прям уверены? Да. Мы работаем с утра до вечера, и если вам это подходит, конечно, подойдите к секретарю. Проблема в том, что по ночам я вожу такси, мне будет трудно работать днем. А что вы тогда хотите? Давайте выпьем кофе с пирожными. Зачем? Зачем? Я скажу зачем. Мне кажется, вы одиноки. Я часто проезжал мимо и видел вас. Вокруг у вас много людей, на столе телефоны, бумаги. Но нет, это не имеет значения. Когда я зашел и увидел вас вблизи, то понял по вашим глазам, по то, как вы себя держите, что вы не совсем-то счастливы. Вам чего-то не хватает. Можно сказать, вам нужен друг. И вы будете моим другом? Что скажете? Знаете, глупо так стоять и спрашивать вас. Уделите мне 5 минут. Кафе здесь недалеко, за углом. Я буду вашим защитником. Выделите небольшой перерыв. Перерыв в четыре. Хорошо. Я буду ждать. У входа. Меня зовут Трэвис. А вы Бетси. Да. Я очень приятно. Бетси. Тогда в четыре. Я буду ждать. У входа. В четыре. Я буду ждать.